А я-то слышу такой, вот наш дракон. Пустился. Ну ладно, тоже приедем. Сосет у коровы молочко. Все, уже насосалось. О, все, конечно, гонять сейчас. Круголя начнет. Едем в сторону Кова и турбазы Чар. До Кова 3 км. База еще плюс 3. Выехали в Кову. Вот там. Крик, это же Баттергильда закончилась. Пошла грунтовка. Местных это асфальт. Понимаю, что за покрытие каким-то грунтом. Там-то ехали совсем невозможно было. Короче, вот Мешкетаж. База отсюда ходит на каменные грибы и на водопад Учар. Вот у нас средний километраж 49-23. 7:50 были в дороге. 20:39 время. Решили оставаться здесь. 100 рублей за лодку, переправу. 3 человека переправляют за раз.